Прекрасная книга, вообще, как это кто-то пошутил. Было три великих полка: Семеновский, Преображенский и 345-й отдельный парашютно-десантный полк. Вот песня об этом полку. Обнимись с друзьями боевыми, фронтовик поймет фронтовика. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Как мы были молоды по граням, как свистела пуля у виска, как сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. И сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. От Саланга и до Бамиана лезли мы по тропам в облака, сквозь рассветы алые, как рамы 345-го полка. А рассветы алые, как раны 345-го полка. Павшие поймут, однополчане, мы сегодня выпили слегка, слишком много горя за плечами 345-го полка. Слишком много горя за плечами 345-го полка. Но те, кто предали нас ныне, нас и все десантные войска, мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальних заграницах, и в Москву войдем наверняка, как в освобожденную столицу 345-го полка. Русскую, советскую столицу 345-го полка. Спасибо.